Продолжаем. Угроза в качестве воспитательной меры. В Твери ТСЖ разослала платежку с предостережением, что всем скоро будет плохо. Автором этого пугающего сообщения стала главный бухгалтер товарищества. Она решила перевоспитать нерадивых жителей, которые не установили счетчики горячей и холодной воды. Я так решила каждый месяц писать. Может, совесть у людей заиграет. И будут устанавливать все счетчики. Федеральный закон нельзя нарушать. Ничего криминального в угрозе женщины не видит. Наоборот, по ее словам, она печется о благосостоянии жильцов. Счетчики установили всего в 30 квартирах из 60, а сумму за перерасход неучтенной воды приходится распределять на всех. Холодная вода, показания 900 кубов за месяц нагорело холодной воды. Кто пользуется, не знаем этими 900 кубами. 30 квартир по счетчику платят, 30 квартир льют как могут. Сами жильцы к инициативе бухгалтера относятся неоднозначно. Кто-то женщину поддерживает, а кто-то счетчики устанавливать и не собирается. Объявление было на подъезде. О том, что это самое, надо ставить счетчики. Но я, например, не буду ставить, потому что я живу одна, мне это нет такой необходимости. Руководство ТСЖ планирует положить конец войне с жильцами, обратившись в суд. Ну а пока председатель компании каждый день ходит и списывает показания счетчиков.